Привет! Сегодня по просьбе разбираем песню из репертуара группы «Сектор Газа». Песня называется «Песенка». Разбор песни делаем в родной тональности «Ля минор». Так, я сыграю вступление. Первый, второй куплет, третий, четвертый не играю. Он так же играется, как и первые два. Затем сыграем модуляцию, соло на второй гитаре. Также и на третьей гитаре буду играть аккомпанемент. Покажу все гитарные партии в этой песне. Дальше снова модуляция, пятый куплет и на коду, то есть завершение песни, шестой я пропустил, он играется так же, как и пятый. Итак, приступим. Солнышко лучистое улыбнулось весело, потому что с корешем мы запели песенку. На-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-най, на-на-на-на-на. Вот теперь бутылочек запались и месиво, и поэтому мы, блин, затянули песенку. На-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на. Потому что с корешем мы мочили песенку. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Аккорды рассказывать не буду, аккорды простые. Кто не знает, смотрите на сайте, у меня ссылочка внизу под видео. Итак, первый ля минор. Играем по нему, начинаем. То есть третья струна, второй лад. Вторая открытая, вторая на первом и первая открытая. Дальше ставим ре минор. Играем 4 и 2. Дальше вниз играем. По трем нижним струнам, затем вторую на первом ладу, и аккорд соль мажор идет, мы его полностью не играем, играем только шестую струну на третьем ладу и вторую открытую. Сначала. Затем ставим первую струну на первый лад, вторую струну на третий, играем вниз и вверх. Когда вверх играем, первую желательно со второй не трогать. Вот так. Дальше до мажор. Играем пятую и первую одновременно. Вниз, вверх. Сначала. Затем играем ля минор. Играем пять и три одновременно, открытую вторую, вниз дальше, ставим в аккорд указательный палец, и первая. Дальше ре минор 6, играем вторую открытую и четвертую открытую, дальше вниз играем, и третью. Дальше ми мажор. Играем шестую и третью одновременно. Вниз. И ля минор. Пятую и третью. Дальше вниз, вверх. Затем шестая. И одновременно третья. И начинаем снова сначала. Thank you.
так. Итак, понятно, надеюсь, со вступлением. Дальше давайте разберем бой. Во вступлении понятно, какой бой игрался с басовыми нотками, а в теме... Вот такой бой. Итак, играем первый удар в районе басовых струн. Затем вниз-вверх. Снова по басовым. Вверх-вниз. Погромче этот удар. И вверх. То есть у нас громкие удары идут на вторую и на четвертую долю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот такой будет. Тоже, надеюсь, все понятно. Дальше, что идет? У нас соло шло. Давайте разберем соло. Играем так. Начинаем из четвертой струны. Девятый лад. Дальше третья на шестом. Значит, изначально на четвертую мы подъезжаем где-то из пятого лада. Я играю мизинцем. Дальше третья. И дальше играем слайд из шестого на седьмой лад. Дальше снова четвертая. И третья на шестом. Два раза. Затем четвертая играет девятый, восьмой лад. И снова девятый. На третью. Седьмой лад, третья. Дальше снова шестой лад, третья. И дальше играем хаммер-пул на седьмой лад. И четвертая струна. Второй раз играем. Вот до этого места. Дальше играет вторая струна. Играем слайд из седьмого на восьмой лад. И нотку дальше играем на седьмом ладу. Давайте вторую часть. Дальше. Третья струна играет четвертый, шестой, седьмой лад. Затем вторая из пятого на седьмой слайд. Потом пятая, пятый лад, вторая. Два раза на пятом ладу вторая. Затем третья на седьмом, на шестом, на седьмом. И слайд из седьмого на девятый, третья. И на седьмом закончили ладу, третья струна. И еще одна фраза. Играем 4, 6, 7. Вот здесь слайд играет из шестого на седьмой. Снова четвертый лад. И два раза на шестом ладу, затем четвертый лад, третий, четвертый, слайд из четвертого на шестой и четвертый лад. Давайте вторую часть медленно. Вторая часть повторяется два раза. Так, понятно, тоже с этим. Дальше шло у нас, модуляция идет. И давайте разберем, что игралось на электрогитаре, аккомпанемент. Итак, там будет вот такое место. Значит, что мы играем? Это вот на аккорде до диез минор. Играет пятая струна, то есть квинтами играем. Ну, еще можем октаву взять, вот тонику. То есть получается у нас пятая струна, четвертый лад, четвертая, шестой и третья, шестой. Три струны играет. Начинаем из второго лада указательный палец.
один удар, раз, два, три, и три удара. И на бой выходим. Надеюсь, тоже понятно с этим. Дальше. Значит, играла с квинтами. Вот давайте проще рассказать по аккордам. То есть, если вот аккорды такого плана, вот ля, си, играем 5-4, пятую и четвертую струну. Дальше ми, шестая, пятая, можем третью играть, вернее четвертую. Затем ля, играем 5-4-3. Ре, играем пятую, четвертую и третью, пятая на пятом. И на седьмом четвертая и третья. И фа диез играем 6-5-4. Вот так. На в тональности до диез уже играем. Вверху игралось, то есть не на нижних позициях, на верхних. То есть до диез, пятая, четвертая. Фа диез, четвертая и третья. Соль диез, тоже четвертая и третья. И снова на до диез. Дальше будет си, пятая и четвертая. И ми, четвертая и третья. Вот такими вот квинтами игралось. Ну вот, пожалуй, все сложности, думаю, доступно объяснил. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Желаю успехов, спасибо, пока.